стихотворением специально для Яны. Называется «Актриса». Как вы превосходны, как вы идеальны, изящна фигура, прекрасны глаза. Анна не скрывала всего обожания, когда в отражение бросала слова. В своей коммунальной квартире 17 и комнатке скромной, которой жила, она так любила в артистку играться и мерить наряды, менять амплуа. А сценой была для них комната эта, и зрительным залом с кричащей толпой. Она там была и артисткой балета, большого театра, и эстрадной звездой. С одной стороны возвышался оркестр, а рядом всегда стелился гример. Она была главной музой маэстро, и ей восхищался всегда режиссер. И тем становился прекрасным костюмом, и мамины туфли, и платье сестры. И каждый показ становился триумфом, а зал трепетал от ее красоты. И пусть в нашей жизни за окнами дома девчонка отказы слыхала не раз, и всем в нашей жизни до боли знакомо о том, как мечты не сбывались у нас. Но девочка эта ни разу не сдастся и в мыслях не скажет «я не смогу». На этот же раз закончится сказка актрисы на сцене, что верит в мечту. Спасибо.